Под Димитровградом в детском оздоровительном лагере «Юность» завершила свою работу профильная смена Ульяновского регионального отделения общественно-государственного движения «Российское движение школьников». Мероприятие проходило 5 дней и собрало больше 120 школьников со всей Ульяновской области. Однако завершающий день смены ребятам наверняка запомнится надолго. К ним в гости с мастер-классом приехали представители клуба «Пересвет» при Жадовском монастыре и региональной федерации самбо. Репортаж Дмитрия Гурина. Эти 120 ребят – элита ульяновских школ. Они не только хорошо учатся, но и занимают активную гражданскую